И двор, и сад, и даже новое асфальтовое покрытие. Совсем скоро внутридворовую территорию на Крайней 12 обновят. Здесь появится игровая площадка с безопасным резиновым покрытием и универсальный спортивный комплекс с тренажерами. Также здесь будет производиться ремонт внутридворового проезда. Ограждение, урны, лавки будут установлены. С просьбой обновить внутридворовое пространство жители дома по Крайней 12 обратились в администрацию Красноглинского района в 2018 году. Собрали необходимый пакет документов и встали в очередь. В этом году она подошла, проект по благоустройству двора решили реализовать. Помимо игровых зон здесь разместят клумбы с цветами, за ними будут ухаживать сами жители и заменят асфальтовое покрытие. Работы проведут в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Красноглинский район находится вдалеке от любых наших районов, город Самары. И здесь очень важно, чтобы в каждом дворе было благоустройство двора, чтобы и детки, и бабушки, и мамочки могли прийти, отдохнуть, посидеть, пообщаться. Кроме площадки по Крайней 12 в порядок приведут еще 5 дворов Красноглинского района Самары и порядка 50 дворов благоустроят во всех районах города. Работы уже ведутся. Закончить обновление территории планируют до 31 августа текущего года. Ольга Павлова, Сергей Баскин. События.